Ну вот и весна пришла. Завтра, кстати, 1 апреля. И это не шутка. Как-то робко в этом году весна. Идет. Все медлит и не решается. Павел, этот сад или парк раньше был царским? Или царский, это только Мариинский? Насколько я помню, это был купеческий, это потому купеческий собрание. Да. Это купеческий сад, а дальше шел царский, дальше через царский сад. Овраг. Через мостик Патона или как там его, Влюбленных, да? Мост Патона, чертов мост, Влюбленных мост, как его только не называли. Да, вот на что надо обратить внимание. Вот этот вот символ, знак, памятник, как его еще назвать? Любви. Памятник коррупции, наверное. Здесь мы наблюдаем яркое явление, которое можно назвать психической инверсией. Это не человек сидит в жабе, это жаба сидит в человеке и душит его. Все согласно Фрейду. И вот вот такой вот инвертированный образ. Жаба, которая душит. Человек, который душит жабу, который душит человека. К башням будем подходить? Ага. Полюбуйтесь на это чудо. Какой хороший отсюда вид на кукольный театр. Раньше здесь был первый в Украине стереокинотеатр Днепро. А потом сюда, с улицы Рогнединской, переехал кукольный. А в здании на улице Рогнединской теперь находится синагога. Вот такой очаровательный вид с высоты купеческого сада на склон. Вон внизу парламентская библиотека, бывшая библиотека ЦК КПСС, насколько я помню. Ага, вон купол костела хорошо виден. И даже одна из башенок. Знойный вечер уже начинается, я так чувствую, ресторан. Ну, отлично отсюда видна громада Совета Министров. Вам что-то мне страшновато стоять здесь. Ну да, и высота, конечно, соответственно, немало. Сапирави ресторан. Чудесным названием. А вот отсюда отлично видна колонна, которая стоит на Майдане Незалежности. Колонна, символизирующая Украину. Ну вот мы и на парковом мосту. Или на мосту Патона, как его еще называют. Поскольку построен он тем самым академиком Патоном,
новатором электросварки. Вон там купеческий сад. А здесь начинается уже царский сад или мариинский. Последнее имя он нынче носит. А под нами парковая аллея. Скорее всего. Эта балка неестественного происхождения была вырыта для прокладки дороги, а может быть просто немного углублена. А вот табличка. Парковый мост построен в 1912 году по проекту профессора Патона. Восстановлен в 1983. Вот мост Патона снизу, или, скажем так, маленький мост Патона снизу. А это и есть парковая аллея.